лимон сорт, достаточно редкий. Сейчас похолодало немножко и пошел такой желтый цвет. Есть еще другая сосна. Winter Gold. Вон она, видите? Такая тоже желтенькая. Сейчас покажу поближе. Такая она становится яркая зимой, красивая очень. Вот она, такая красавица. Вот мне очень нравится тоже наш вот сорт у нас, как он там, Troll Gold называется. Тоже очень веселая. Зимой очень красиво смотрится на фоне снега. Снег выпадет, сниму, покажу попозже. Так выглядит наш прудик в это время осеннее. Дождик наконец-то пошел. Очень долго не было дождя у нас в Ростове-на-Дону. Ну, вот оно, вот пруд. Рыб видно. Фильтрацию все выключил давно уже. Вот, так что нимфеи. Листики я, наверное, сейчас побросают. Надо собрать, наверное, чтобы внутрь не упало. Вот наша биоплата, как выглядит в это время. Надо тоже сверху собрать все эти гиацинты там водные, выкинуть все это. Вот тоже снова сосенка такая, смотрите, оказывается, она желтая. Сорты сосны тоже красивая. Вот это вот такой вот у нас Успенского можжевельничек из череночков. Вот смотрите, год Успеночек, так называемый. Это Нормана сосна. Ой, это Дихта Нормана, плакучая пиндола форма. Это у нас на прививочках тоже сидит. Тут у нас хвойнички тоже. Да, хвойников много, около 80 всяких штук. Может быть, больше сортов. Это вот ботву делаем злаковую. Вот у нас тоже достаточно новые. Паку из новых покупочек. Вот это красавица. Елочка. Аянская. Какая-то плотная, вот мне очень симпатичная иголка. Дальше, что мы имеем? Это имеем у нас, что это у нас там? Тамана на юке, да, это... Сосна скрученная. Японская, иначе. Это у нас красавица наша. Это у нас... Корейская Ice Breaker, известный сорт, но она будет потом летом более голубая. Это у нас почки такие магнолия, будут цвести соланжа. Магнолия тут я прикопал для размножения веточку, будет отростки. Допить смутовчатый Мерлин Монро. Вот он как-то он в одной паре плохо себя чувствует. Ну, может, отойдет в этом году. Вот мы не укрываем никак аукубу. Домашний цветок. Видите, какой. И зимой такой веселый стоит. Так что сажайте, в Ростове вообще отлично на улице растет. Вот тоже Нормана красавица новая пришла в этом году. Тихо Нормана. Она отличается тем, что, по-моему, у нее основание веточки сейчас плохо видно, но вот оно желтое такое, видите, вот, вот здесь вот желтенькие иголки, вот она такая пестрая, начало ветки желтая, а потом зеленая, смотрится очень красиво. Вот у нас еще Ханни называется. Много хвойничков. Кедр гималайский, видите, какой уже хороший уже. Такой гималайский кедр. Вот он, красавец. Карфукс называется точно. А вот гималайская сосна здесь. Вот он тоже здесь растет. Сосна. Вот это дыр впутали. Ой. Попала веточка, палочка. Место подпорки стало обузой.
это корейская. Пихта корейская. Blue Standard. Говорят, самые красивые шишки у нее. Посмотрим. Еще не было пока ни разу. Суга, видите? Канадская растет нормально, растет, только поливай. Успевать поливать надо. И всякие такие тоже, видите? Корейские сосенки. Это у нас что там? Бензифлора, да, вот она пропадала, а потом отошла. Вот еще красавица. Желтая огнешка. Видите, какой сорт? Интересная иголка. Такая вот огнешки. Пестрая. Идем дальше. Вот тоже красавица. Sunshine сорт. Горной сосны. Видите, какие иголки у нее. Это вот корейский кедр. Сосна, вернее, корейская. Silver Ray сорт. Тоже красивая. Такая иголка у нее. Таким голубым оттенком вывернута. Очень красиво. Это вот магнолия у нас сочинская, вечно зеленая. Еще пока не цвела, может быть, в этом году зацветет, вернее, в следующем уже. Мы ее так вот укрыли на зиму, видите? Пенопласт, пленку, чтобы не замерзало, не промерзало. Листья туда накидываем и сверху укрываем, чтобы лед там не промерз. Ну, не знаю, так вот, вот как-то делаем. Вот и работает, пока она нормально себя чувствует. А вот смотрите, какая интересная сосна. Видите, как у нее, как цветочки такие. Новая. Вторую, она вот интересна тем, что она вот второе выпускание иголок делает вот к осени. Видите, какие они прелестно выглядят. Будет большая, наверное, будет вообще классно смотреться. Что называется? Так, это отвалилось. А это бирка. Ну да, бирок, кстати, много, потому что, видите, то кошка пробежала, то собака, и все. И непонятно, что это уже за сорт там будет. Ну, это сосна черная, Спилберг сорт. Черная Спилберг сорт. Очень эстетичная. Много хвойников. Вот он маленький сидит. Вот он в этом году покупали. Как она будет выглядеть попозже, не знаю. Вот это вот уже с 16 года вот сидит. Это Парифлора тоже. Вот видите. Фукай сорт. Вот, сидит себе, сидит, медленно растет. Ну, посмотрим. Сейчас покажу вам, где у меня бамбук большой. Вот они еще пихточки. Вот одна. Это Оберон сорт. Да. Вон еще одна пихточка корейская. Бонзай Блу. Вот немедленно сидят. А вот она, белобок наш, симпатичный, смотрите, какой зимой он. Голубенький прям, голубенький-голубенький, красота. Наверное, тоже найдет уже солитера в следующем году. Ну вот это вот очень плохо себя чувствует, конечно, в нашей жаре. Это пумала, это кедровый сланник. Очень ему жарко, конечно. Да, кедровый сланник. Вот она еще очень красивая штучка, вот эта вот. Очень мне нравится. Ринхолд. Так, это улетело от белобока, ветром, наверное, сдуло. Ой, я поставил. Так. Ну, тоже последних покупок 18 года. Вот красивая у нас Амоника. Пендула тоже. Брунс. Броншверна. Сосна тоже классная.
Бардак, конечно, бардак везде. Но все, времени не хватает. Вот смотрите, как себя чувствует бамбук. Сочинский бамбук. Зимой, 1 декабря. Великолепно себя чувствует. В феврале я вот только притеняю, кидаю на него вот эту палку просто. Прижимаю его, чтобы он не горел под солнцем мощным. Где-то в конце февраля при морозе. Лаванда, лаванда. У нас лаванды будет вообще в этом году. Завались. Ну, видите, сколько лаванды. Надо подстричь ее тоже. Прудик растаял маленький. Резервный для тайских кувшинок. Мы этот выкопал по-быстрому. Это вот мы так укрыли банан. На зиму. Видите, мотали и закачиваем из дома воздух сюда. Сетку положили сверху, потому что коты, видите, лазят и разрываются нафиг. Порвали все и смотрим, температура начала падать. А эти вот коты, видите, что делают? Мы их любим, но нет, нам портят укрытие. Все. Поэтому пришлось такую сетку сверху сделать. Любили они очень забираться там и спать наверху на пенопласте. Нашли место. Этот виноградик так вот оплетает наш дом потихоньку. Летом красиво. Что-то я думал, будет красный висеть, что-то он как-то в красный не ушел тон в этом году. Может, в следующем. Ну, уже семена. Эти семена весной собираете, вернее, морозы как пройдут, где-то вот, можно в феврале собрать их уже и высаживать. Отлично всходят. Около 100 штук у меня зашло, это ВИЧ винограда. Пораздавал там людям всем. Ну, то очень хорошо всходит. Вон он тоже в углу маленький своих семян. Вот эта елочка у нас тоже из семечки выращена. Сколько мы здесь на участке живем.